Видеоканал Salapin.ru представляет. Всем привет! Как и обещал, провожу небольшой видеорепортаж с юбилейной 45-й выставки «Охота и рыболовство на Руси». Москва, ВДНХ, павильон номер 75, стенд В17-2. Это наш стенд «Greenfishing плюс Salapin.ru». И я сейчас расскажу немного о новинках, которые есть в нашей прикормочной программе. Во-первых, хочу представить новую линейку прикормок. Это серия «Эффект». Выходит в 4 вариантах. Это бюджетная серия, как вы можете видеть, в 800-граммовой фасовке. Простенькая прикормка, но довольно-таки качественная, крашеная, ароматизированная и займет полку в рознице до 75 рублей. Что касается линейки Salapin. В прошлом году у нас вышел редизайн упаковки. Новая упаковка выглядит вот таким образом. Старую практически вы уже в продаже не найдете. Но кроме того, наше производство не стоит на месте, постоянно развивается. Улучшен состав прикормки, подровнена фракция. Прикормка стала еще более качественная. И при этом удалось даже слегка снизить цену. Рекомендованная розница на эту прикормку 136 рублей. Так что пользуйтесь. Моя любимая, одна из моих любимых фотографий с язем. Сами знаете, из какого видео эта фотография здесь есть. Так что таких красавцев в том числе можно ловить с использованием этой прикормки. Ну и теперь я хочу представить самую главную новинку 2019 года. Это нашу новую торговую марку Sonic Baits, под которой мы выпустили грандиозную линейку карпового питания. Это и бойлы, и прикормка. Сейчас расскажу обо всем чуть более подробно. Многие из вас, кто успел посмотреть видео по ловле карпа зимой, видели там вот такие пакеты с прикормкой, правда, и вот такие вот ароматизаторы. Как раз тогда я пообещал сделать анонс на выставке. Кто не смотрел тот фильм, обязательно посмотрите. Уверен, вам понравится. А сейчас хочу все-таки перейти к нашей новой торговой марке и чуть более подробно осветить эту нашу линейку. Первое – это пылящие бойлы 24 мм. Выпускаются они в таком пакете с зиплоком. 750 грамм упаковка. Выходят в 8 различных видах. Далее 20-миллиметровые прикормочные тонущие бойлы. Также выходят в 8 видах и упакованы в такой же точно пакет с зиплоком. По 750 грамм фасовка. Рекомендованная розничная цена на бойлы 420-435 рублей. Кроме этого, есть 5 разновидностей прикормки. Одну из которых я как раз и использовал тогда на той рыбалке. Вот эту вот, если я не ошибаюсь, да, совершенно верно, Fishmix. Вот здесь на выставке они у нас открыты. Мы их нюхаем, мы их смотрим. Кто-то даже попробовать может. Запах обалденный. Рекомендованная розница 255 рублей. Прикормка как для флета, так и для ловли со снасткой Z-Krik. Тонущие насадочные бойлы 14 мм диаметр. Упаковываются в такую банку, 90 мл объем. Банка оснащена дополнительно отсекателем, для того, чтобы продукт максимально долго сохранялся свежим и максимально годным к использованию. Рекомендованная розничная цена 143 рубля, выпускается в 16 разных вариантах. Плавающие 14-миллиметровые бойлы. Яркие флуоресцентные цвета. Выпускается в 7 различных вариантах. Расфасовка. Такая же баночка, 90-миллилитровая. Снабженная дополнительным отсекателем для максимального сохранения свежести продукта. Менее 300 рублей рекомендованная розничная цена. Обладают очень высокой подъемной силой. Один такой бойл поднимает 2/14 и держит их в таком состоянии не менее 5 суток. Также в линейке будут 10-миллиметровые поп-ап бойлы. Их будет 13 разновидностей. На выставку мы их, к сожалению, не привезли. По ним просто сделаем отдельный анонс. Хочу также обратить внимание, что Red Halibut и Black Halibut также сейчас мы выпускаем в этих баночках с точно таким же отсекателем. И 8-миллиметровый и 14-миллиметровый размер. 8-миллиметровый размер, уверен, найдет применение не только у карпятников, но и у любителей ловли такой рыбы, как лещ и карась. Также хочу вас познакомить с широкой линейкой аминоликвидов под торговой маркой Sonic Baits. Они у меня сейчас в руках. Выпускаются в 17 разновидностях. Рекомендованная розничная цена 336 рублей. Расфасованы у нас ликвиды во флакон 250 мл.
И, как вы можете заметить, флакон очень похож, фактически тот же самый, и цвет другой, на наши сиропы. И уверен, что сейчас у многих возникнет вопрос, а чем вот этот вот флакончик отличается вот от этого флакончика? Хочу немного сработать на опережение и ответить заранее всем вам на то, чем же отличаются эти продукты. Продукты кардинально разные. Здесь у нас используются только исключительно самые дорогие импортные ароматизаторы. Здесь абсолютно другая основа, здесь другая дозировка. Это подходит великолепно как для самостоятельной катки бойлов, так и для любых применений совместно с ПВА. А что еще хочу сказать? Подобраны очень тщательно запахи. Вы увидите сами по названию ароматизаторов в линейке. А кто будет на выставке, тот их и понюхает, и убедится в этом сам. Великолепнейшие запахи, тщательно отобранные, рабочие. И, естественно, заточенные в основном на ловлю карпа, в том числе и трофейного. На этом я заканчиваю обзор нашего стенда. Спасибо всем, кто посетил выставку и заглянул к нам на стенд. Рады были со всеми повидаться. Всего хорошего, не хвоста, ни чешуи, до новых встреч!